Просто о сложном. В мир задач формулы чисел саровских семиклассников погрузил Алексей Саватеев, профессор МФТИ, доктор физико-математических наук. На необычном уроке лектор раскрыл ребятам математические тайны, скрытые в повседневной жизни. Слушатели узнали, как решить несколько задач одним способом. Например, как из двух емкостей объемом 13 и 18 литров налить литр воды в третью и возможно ли купить шоколадку за 5 тугриков с монетами номиналом 101 и 60 тугриков. В обоих случаях, передавая туда и сюда, мы же можем сюда, вот, например, 18 литров залить, а потом 13 вылить. У нас получится 5, да? Вот. Также здесь я могу передать туда 101 тугрик, например, а вернуть 60. У меня будет передача 41. Ну и дальше я могу с этим тоже продолжать оперировать. Вот, то есть это как бы это одна и та же задача, просто в разных терминах. Алексей Саватеев – известный российский математик. Царицу наук он популяризирует в своем интернет-канале «Маткульт. Привет, Алексей Саватеев и Ко». Его лекции смотрят десятки тысяч человек, выступает доктор наук и в разных городах. В технопарке спикер пообщался и с более взрослыми ребятами. На вторую лекцию пришли студенты филиала МГУ в Сарове, СРФТИ и молодые ученые Рфяц Вниев. Мотивация высокая, это видно, все слушают внимательно. Кто-то понимает больше, кто-то меньше, но это нормальное явление. То есть это дальше как бы, если есть мотивация, то дальше человек может сам разбираться. Главное, чтобы чуть-чуть тему увидел, заинтересовался. То есть мои лекции никогда нельзя воспринимать, что как бы вот человек их выслушал и все понял. Это скорее как бы приглашение в соответствующую науку. В закрытый атомный город Алексей Саватеев попал впервые. Особое впечатление на него произвел музей ядерного оружия. Побывал он и в святых Дивеевских местах. Строящийся в Сарове Национальный центр физики и математики Алексей назвал уникальным местом с богатым потенциалом. Идеально вообще все устроено и огромный потенциал. То есть здесь на строй не хочу, да, куда хочешь, развивайся. В Москве ты упираешься, здесь многоэтажку, здесь шоссе, да? Там еще какую-то частную землю. А здесь, пожалуйста, вот тебе, бери и строй университет там, хоть на миллион студентов, если будет столько. Я уверен, что мы с каждым годом будем все больше и больше удивлять. Поскольку у нас довольно-таки у корпорации и Национального центра физики и математики большие планы в части развития инфраструктуры, создания ее еще более интересной, более насыщенной для проведения подобных мероприятий. Организатор встречи – Национальный центр физики и математики. Запись лекций можно найти на странице НЦФМ ВКонтакте. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Иващенко. Служба новостей Саров, 24.